Витаю вас, мои дорогие, на канале Рулик 69, меня зовут Руслан, и это мир модификаций ETS 2. И сегодня у нас проявился долгожданный промоц. Нашему промоц уже 10 лет. Долго, конечно, мы его ждали под нашу актуальную версию 1.48, но дождались. Ну, соответственно, всех интересует, да, что за изменения и что за улучшения у нас в данной версии 2.66. Промоц Европа. Итак, смотрим, что у нас. Исправлены критические ошибки по сравнению с версией 2.65. Франция, добавлен Macon. Германия, интеграция новой области от SCS. Великобритания, перестроен Хештейм. Ирландия, Оксфорд перестроен, добавлена магистраль М9, М7, Н80. Эстония, Хаупсаулу. Ой, язык можно поломать. Чардла, Реквере, добавлена дорога Т5. Офигеть. Так, Венгрия, реконструировано шоссе М3. Румыния, Себеш, Сибиу, Тулча, добавлены дороги ДН1, Себеш, Брашов, А1, Хунедуара, Сибу. Ну, прям хочется немножко ругнуться. Ну, а что делать? А10, Себеш добавлен, ДН-22, Констанца, Тулча. И добавлен у нас мост Тулча, Браила. Улучшение в Эстонии, Франции и Румынии. Вот и все, что мы с вами имеем на сегодняшний день. Круто, да? Ну, как бы так, будем катать, будем посмотреть. И не забываем, ребятки, что данный промоц у нас требует, да, абсолютно все DLC-карт. Также у нас обновлен, прошу прощения, промоц Ближний Восток. Итак, что касаемо загрузки, да? Соответственно, вы должны быть зарегистрированы на данном сайте. Без регистрации у вас ничего не будет. Я думаю, это не составит никакого труда. Зарегистрировались, заходите на официальный сайт. Вот, нажимаете «Промоц Европа». И самое главное, что вам нужно будет сделать. Вот, для получения D-файла, да, нажмите сюда. Нажали. Опускаетесь вниз, ребятки. И вот здесь поставьте галочку. Ставите галочку для совместимости с другими картами. Нажимаете «Сгенерировать». И у вас генерируется именно D-файл. Понятно, да? Все, это дело сделали. Молодцы, красавцы. Ехаем, ехаем дальше. Дальше у нас что получается? И так далее, мои дорогие. Переходим к шагу 2, да, все это дело вы сгенерировали, получили D-файл. Переходим к шагу 2, и здесь начинается самое интересное, да. Вот первый вариант у нас, как всегда, платный, цена 1 евро. Второй вариант у нас многотонный архив, обычный сервер, есть реклама, но бесплатно. И одна загрузка. Так, одна загрузка в любое время, 5 минут ожидания между загрузками и 9 файлов. Ну, тут уже решайте сами, что кому будет интересно, да, откуда что скачивать. Тут уже поопределяетесь. Но я думаю, стоит помочь нашим разработчикам. Это не такие большие деньги, 1 евро, чтобы как бы так данный проект дальше у нас развивался. Ну вот и все, мои дорогие. Все это дело мы с вами сделали, да, например, там нажали сюда, выбрали себе что да и как. Либо же нажали сюда, на бесплатную загрузку. И вот, качайте все вот эти файлики. Понятненько, да? Скачали вы все это дело, переходите к шагу 4 и здесь смотрите, да? После окончания копирования файла убедитесь в том, что все файлы разрешения SCS находятся в папке мод игры Eurotruck Simulator 2. У вас должно быть промоц модель 3, модель 2, модель 1, Media Map, Dev и соответственно Asset. Вот и все, мои дорогие, да? Вот так. Понятненько, я думаю, с этим вопросом. Ну и естественно промоц Ближний Восток. Все это дело все так же и скачиваете. Просто там не нужно вам уже генерировать D-файл. Он уже включен
стоит уже в самом архивчике. Понятненько, да? Ну, в принципе, чтобы вы не путались, вот, нажимаете, да, на промоц Ближний Восток. И здесь у вас что пишет? Т-файл уже включен в аддон Ближний Восток. Можно сразу перейти к шагу 2. Переходите к шагу 2, все тоже, да? Платная версия 50 евроцентов и бесплатная. Нажимаете, вот нажимаете, скачать, размер 168 мегабайт. Все вперед. Понятненько, да, с этим вопросом мы с вами разобрались. Ну и класс, поехали дальше. Ну и соответственно, мои дорогие, когда вы это все дело поскачивали, да, вот так это все у вас будет выглядеть. Вот у вас будет Promotes Dev, он идет у нас в формате SCS, то бишь одним файликом, да. Дальше у нас идет вот Promotes. Это у нас аддончик Ближний Восток. Он идет в WinRAR. Соответственно, открываете, вот у вас два файлика. Dev и файл Asset. И соответственно, Promotes 266, наш промоц Европа. Соответственно, у вас здесь модель 3, модель 2, модель 1, медиа, map, asset и def у нас вот. А здесь у нас промоц скинул какие-то DLC-шки еще. Ну, я скачивал одним архивом за 1 евро, и здесь у нас промоц DLC support. Что у нас здесь есть? А, вот DLC-шки. Есть у нас. Вот, понятненько, да, по архивчикам. Ну и что я вам еще могу предложить? На момент записи данного видео у нас, соответственно, еще нет никаких ни коннекторов, ни фиксов, абсолютно ничего. Так что притулить данную карту Promotes мы пока с вами не сможем. Ну, это, я думаю, не займет долго времени у наших мододелов. Я думаю, день-два, и у нас все это дело проявится. Проявятся и коннектора, и фиксы, и все остальное. Пока что я вам хочу предложить такую, ну, как бы так, небольшую сборочку, на которой, думаю, не без удовольствия покатаетесь. Поставим там пару-тройку таких самых нормальных карт. Поехали потихоньку дальше. Итак, мои дорогие, мы с вами уже непосредственно в менеджере модификации. Что я вам хочу предложить, да? Хочу вам предложить, вот, поставить пока что. Потом это дело все, конечно, мы с вами перекроем и сделаем нормальненькую, комфортненькую сборочку. А пока вот. Ставим. Карту «Дорога в Азию». Ставим модель 2, модель Asset и, соответственно, DevMap. Есть еще имена, еще у нас файлик, да, к данной карте, который дает нам соединение паромное из Валенсии или Валенсию. Хотите его ставьте, хотите нет, это по желанию. Далее предлагаю вам поставить карту «Дорога в Африку». Ставим модель, модель 2, модель и DefenMap. Смотрите, вот есть от Jerry, да, классный вот этот коннектор, который дает соединение между картой Ближний Восток от Promotes и картой Африки. Но, к сожалению, вот видите, она несовместима. Нет пока еще адаптации под версию 1.48. Но я думаю, что скоро это дело у нас все проявится. Выставили карту Африки. Ну и дальше выставляем наш доблестный легендарный Promotes 266. Выставляем Asset, модель 3, 2, 1, Media, Map и, соответственно, Dev. Выше ставим дополнение Ближний Восток, этот наш аддончик непоганый такой, Asset DevMap. Выше ставим Promotes Казахстан, Asset DevMap. Ну и выше, соответственно, ставим вот этот небольшой фикс для исправления всяких проблем на карте Азии. Именно это касается там этого Китая и всего остального, чтобы у вас там при пересечении этих платок не было вылетов. Вот и все, мои дорогие. Подложка. Хотите ставьте, хотите нет, по вашему желанию. Тут такое дело, да? Ну, я думаю, что, в принципе, лучше-то ее поставить. Подложек у нас сейчас тьма.
Выбирай любую. По всем сайтам эти подложки пестрят. Так что, я думаю, найдете под себя нужную вам подложечку. Понятненько, да? Вот то, что я вам могу предложить на сегодняшний день. А там будем дальше посмотреть. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело у нас уже выглядит в самой карте в игре. Вот наш весь доблестный промоц. Ну, как бы так, нужно катать, нужно катать. И будем смотреть, что да и как у нас, да? Пока я особо нигде не катнул, но так как только проявился промоц, сразу пишу видео. Ну, вот здесь как-то вот, непонятно, да? Высвечивает. Ну, такое дело. Такое. Ну, а так все вроде бы, как бы так, на своих местах, все нормальным ходом. Но опять же, будем катать, будем все смотреть, мои дорогие. Пока что на сегодняшний день вот так все это дело у нас выглядит. Вот наше дополнение Ближний Восток. Соответственно, карта Африки пошла. Как я говорил, стыковочки пока вот здесь у нас нет. Но Джерри, я думаю, обновит это дело. И будет у нас паромчик с перемещением именно на карту Африки. Ну, а так бомбезненько. Есть у вас где покатать пока что. Пока что. Ну и, соответственно, карта Казахстана от Promods. И наша всеми любимая, я думаю, доблестная карта, карта Азии. Тоже бомбезно, классная карта, покатать в удовольствие. Класс. Солидняк. Вот так, мои дорогие. Вот все, что я вам могу предложить на сегодняшний день. А спасибо, мои дорогие. Будем с вами прощаться. Как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Быть добру, будьте мне здоровы. Как всегда, большая благодарность всем моим спонсорам, всем моим подписчикам за вашу помощь, которую вы оказываете каналу. Все буде Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.